Аслан, что ты делаешь? Что ты делаешь? Мама тебя снимает. У них по очереди, сынулю, я разбудила уже сама, вот 7 часов разбудила, потому что, ну, 4 часа спал ребенок, и себе его еще оставила больше поспать, он бы, наверное, и ночью не уснул. Его разбудила, дочь уснула. Но она долго не будет спать. Она спит в бассейне, я не стала ее трогать. Поэтому мы здесь тихо, молча сидим с сыном. Ты что делаешь, сокровище? Мамина сокровище что делает? Эй! Там машинка у тебя под кроватью, я вижу. Вон там. Видишь, машинка там? Плевать, он хотел на машинке. Он машинками не интересуется вообще. Такой серьезный парень. Ты такой серьезный. Поймал маму за палец, да? Поймал маму за палец. А мама тебя за ножку вот так схватила. Чего мы с тобой так и будем молчать? Скажи что-нибудь. Мама, 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 мама. Когда ему что-то надо, он говорит. Мама, 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 мама. Мама, 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 мама. Мама, 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 мама. Пуф. Пуф. Мама. Папа. Где папа? Где папа? Папа где? Папины ушки. Папины ушки, ушки папины. Ай, ты. О. Ты моё сокровище. Ты еще спать хочешь, что ли? Мама! Мама, 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 мама. Там бутылочка, которую мы не доели. Кстати, это новая бутылочка. Что ты хочешь с ней сделать? Что ты будешь с ней делать? Тоже разобьешь опять? Ой. Вот так, ушла бутылочка. Дальше что будем делать? Мама, 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 на кресло хотим залезть, да?
Да, мама, не хуй. Телефон не даю, не даю, не даю, не даю. Пау. Büyük aslan yedi. Büyük aslan yedi. Papa пришёл называется. Ay, büyük aslan yiyecek şimdi. Zehra yiyecek büyük aslan. Aslan kapattı ya görmüyor. Aslan gel yiyelim. Gel Zehra yiyelim. Gel oğlum. Gel yiyelim. Zehra yiyelim. Şimdi kütle oturacağım suratına. Evet. Ay, ay minnoşum benim. Kim o minno? Bal kızım benim. Bal, bal, bal. Çok papa skuşal tebe, da? E tut, aslanı tut, tut. Bırak, bırak. Gel. Kim o minno devочка? Да, мама снимала тебя. Мама тебя снимала. Бэбэ. Вот так. Бэбэ. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hep bu telefonu takip ediyor ya. Şşş, gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Вечно глаза на этом телефоне. Zehra bak Zehra. Zehra. Ты что наблюдаешь, да, мамин? Наблюдаешь за ними, да? Gel bakayım, ver bakayım bu küçük Zehra. Yok, baba. Burada telefon var ya. Zehra, babasının bal kızı bu. Telefon daha önemli. За телефон они, по-моему, и нас обоих продадут. Зера, ты что, за телефоном приползла, да? За телефоном приползла. Бабасының аслан оғу. Бабасының аслан оғу. Ормандар кралы аслан. Два моих сокровища. Аслан. Два маминых сокровища. Мама отдыхает сейчас от вас. Полчаса полежит, мама отдохнет. Полчаса. Пупсик. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас 25 мая, и у меня чешутся волосы. И мы приехали в торговый центр просто погулять. Просто вышли, потому что по городу гулять жарко. Дома сидеть уже надоедает. Присели в кафе чаю попить. Детки спали. Как только мы доехали до торгового центра, они уснули, спали в коляске. И как только мы остановились, коляска перестала двигаться, они проснулись. И вот они, мои птенчики. Вот она требует, чтобы ее подняли. Вот такие вот у нас дела. Новостей никаких нет. Ай! Нос чешется. Она пока еще не знает, что телефон снимает. Она не видит. Это кто там? Не смотрит.
значит. Это кто там увидела? Кто это там? Это Зефраська, да? Думаю, меня девочка. Слушай, действительно, курят и курят, курят и курят. Да, они без остановки курят. Вот я сижу и возмущаюсь то, что очень много курит турецкий народ. Ой, кто там? Кто там? Тетя, тетя, тетя. Скажи, привет, привет, привет. Да-да-да-да-да-да-да. Она на твой чай смотрит, что ли? Нет. Куда она смотрит, я не могу понять. А водичка у них есть, да? Водичка есть у нас. Что там братик сделает? О! Аслан, ты чем занят? Коляску выворачивает. Чем ты занят, сынуля? Ему не на меня. Мне хорошо, пусть играет, сам себя развлекает. Не дай мне. Отощут по фигуре. Здесь вот там есть? Не знаю. Наверное, да, почему нет. Итак, чаем мы попили. Кстати, чай мне понравился. Вкусно. По-моему, с чем-то, да. Муда, мы туда уже заходили, посмотрели. Мне там понравился один сарафанчик и рубашка. Но цены, конечно, сейчас в Турции изрядно выросли. Все дорого, честно. В хороших магазинах все дорого. Одна рубашка, например. Сколько стоила эта рубашка? 200 лир, да? 250, что ли? И по 500 лир там рубашки. Ну, короче, дорого все стало. Но все равно красоту-то хочется, хочется, хочется. И чё? Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Кап-кап. Иди, мамина девочка. Моя красавица. Озорной мой мальчик хотел вылезти. Так, макроцентр, продуктовый магазин, магазин, супермаркет, точнее. Ну, знаете, этот торговый центр, он такой небольшой. Кстати, это первый торговый центр, в котором я была по приезду в Измире. Мы здесь что покупали? Мы покупали мне здесь фен для волос, я помню. Когда я первый раз прилетела к мужу, где-то на второй или на третий день мы были в этом торговом центре, за феном приходили. Светик там отстал от меня. Куда я иду, куда я пришла, не знаю. Так, мы здесь тоже были, по-моему. Да. Мы здесь были даже? Были-были, полугараж, я помню, Марку. Да. А как подняться теперь на второй этаж? Надо лифт найти. Ну, надо сладенько с тебя угостить. Сладенько. Не, пока я не хочу. Я тоже пойду сладенько. Стресса, да, стресса. Светлана, карточка не работала, сейчас заработала. Стресс, говорит, надо заглушить стресс. Вообще в Турции очень много стрессов. Из-за стрессов... Ситерес. Из-за ситереса все курят. Сразу говорят, ситерес чоквар, ситерес. Мой муж тоже говорил, ситерес чоквар. Здесь МАК, профессиональная косметика. Где теперь лифт? У нас обед. По расписанию. Да, по расписанию.
Зехрашка занята. Она никого не видит, когда кушает. И Синуля тоже. Мы заняты. Да. Сели мы, знаете, просто вот в фойе здесь. Просто столы вот так вот есть людям и стулья, чтобы посидеть можно было. Ни кафе, ничего. А, вон кафе, Чиба. Это оттуда столики. Теперь поняла. Я думаю, что здесь столики? Касса от кафе. Но все равно спокойно вы можете сидеть и делать свои дела. Никто вас не прогонит. Зашли поесть. Кстати, прорекламировали нам это место, что здесь бургеры готовят из настоящего мяса. В принципе, так и выглядит. Посмотрим, как на вкус. Картофель я уже попробовала, очень вкусно. Место называется Friends Burger. Находится в торговом центре Агора, если кто из Измира. Всем приятного аппетита. Сынуля тоже ест. Доча чуть-чуть что-то поела и капризничает. Ну, хочет на ручки, ну все понятно. Но придется подождать, пока мамуля поест. Кстати, цена 30 с чем-то, по-моему, было. 30 с копейками, я сейчас точно не помню. Посмотрим, как на вкус. Сидим себе спокойно, пьем чай. Как раз супруг тоже присоединился. И заиграла музыка, живая. В торговом центре. Вот, пожалуйста. Не знаю, в честь чего, что это. Очень красивая музыка. Выпили чай с такими вкусностями. Сейчас я вам поснимаю немножечко. Местные шоколадки. Посмотрите, каждая шоколадка как красиво украшена. Это обычно на рождение детка и так далее раздается. Это тоже шоколадки. Розовые, голубые. Это уже тортики местные. Цены, конечно, не маленькие. Кстати, здесь тортики довольно-таки дорого стоят. Мы ели вот это вот клубничное. Очень-очень вкусно было. Дальше уже там что у нас? Дальше тоже сладости турецкие именно. Это я даже не знаю название, потому что я их практически не ем. Вот это только знаю сутлач, по-моему. Вот это. Вот так вот. Кстати, было вкусно. Вкусно, вкусно, вкусно. Какая красота! Ну что, танцует, да? Аслан! Где мама? Аслан, ты танцуешь, да? А ты что делаешь? На народных инструментах играет, да? Да-да. Они могут вот так, знаете, часами крутиться. Возможно, это все-таки было. Тише.
Дай мне гляну. Я тебя люблю, я тебя люблю. Они все еще стоят. Ничего себе. Один руки раскрыл, второй раскрыл. Как интересно. Зашли в магазин Вайкики, знаете, здесь довольно такая неплохая одежда бывает, если поискать. Например, мужские рубашки, футболки мне очень нравятся из этого магазина. Вот брюки, 90 лир, очень хорошие брючки. Вот футболочки. У мужа очень много футболок и рубашек из этого магазина. 40 лир футболка. Вот эти брюки понравились мне. Отправила мужа мерить. 90 лир. Интересные они. Хотела белые тоже, но его размера нет. Тоже, по-моему, цену не знаю. Эти 70 почему-то. Ну, ткань немножко отличается. Эти такие чуть помягче. Футболочки. Так. И детские вещи тоже хорошие в Вайкики. Но детские вещи на другом этаже. Так. Уже вечер. Мы наконец-то вышли из торгового центра. Направляемся. Просто гуляем. Дети уснули, потому что... чтобы они поспали. Просто гуляем.